Всем привет, ребята! Вы на канале Ящерка и Экзотики. Сейчас поиграем в игру, которая называется Стендов. Это уже вторая часть. И да, ребят, вот мой ид, ID. Давайте уже поиграем в команду бой. Потише приходится себе зарабатывать. Или нет? Так. Так, ребята. Я когда узнал, как правильно играть за террористов, сразу полюбил играть за террористов. Ну, реально же эти террористы такие чувачки. Я вчера смотрел фильм про террористов. Ну, короче, не самые хорошие люди. Вот. А в игре они вот... Кто у них есть? Так. Сейчас сразу, когда хочется, я уже никого не пострелила. Подписчик, наверное. Так, ладно. Так, он тоже. Вот сидел, подсыся. Ну, карта, да, прикольная. Еще коровка тут такая есть. Еда. Сухарик дошек. Твой батя. Ой, есть какие-то. Ладно. Сидос. Вы видели, кто он такой? Багет какой-то. Тут кнопка спала. Прилил, да. Легко перестреливать. Сейчас сюда. Чего нету? Нет, ничего. Оцените. Да, мне тут
Где-то гад. Где гад Персус? Твой батя, бля. Это не твой батя. Это твой ур. Твой враг. Да, вырезали. Все, нет твоего батя. Вот, блин, сухая душа. Хороший скинчик, а что если я не хочу? Ой, ребят, коровка красивая, да? Коровка бычок. Ребята, мне может быть плохо слышно. Вот, вот сейчас, вот, думаю, будет хорошо слышно. Вот меня плохо слышно, потому что я микрофон телефона и случайно закрываю. Вот. Поиск игры. Вот, все. Команда боя. Побеждает команда, совершившая наибольшее количество убийств. Вряд ли получите скейс у другой стороны. Скин гораздо выше, чем у бокса. Твой тера. Ну, а ты ко мне не придёшь. Чё, один на вас команда запомнила? Что-то это нечестно. Ладно, спецназов поиграем. Ну, бас, гад. А, так, моя задача собрать все лодочки. Все, не помереть. Мне кажется, я его собрал. Мне такое не получится. Вот гад залез. Стреляет сейчас. Ну хера, я залез. Я что, тоже туда хочу?
пельмешка. Ненавижу пельмени, ребят. Кто же их не любит? Я люблю американцев. Тренироваться мне надо, ребят. Лезть спину же тоже можно стрелять, да? Спину, да. Чел официально расстрелян мной. Кто тут с пистиком? Сейчас я пистичку. Так, ладно. Мы заигрались. Надо фото там. Залез, он засал, походу, стрелять это ладно. А там еще один. Ладно, попытаемся пробраться. А, какой-то. Так, гад. Стрелять читер, ребят. Китайос. У нас Китайос запал. Вот, нубик. Нубик, нубик. С феминисткой тут придурки. Да, феминистка. Придурки тут говорят, как тут убить 30 людей? Только не говорите, что еще сын сойдет. Ну, я думаю, то, что если это про меня, то я ему бушку на жопу надену.
Так, давайте винтовочка. Погнали. Так, коробка, мне надо тебе потренироваться. UFC, наверное, любят. А вот арку UFC поставил. UFC любят, наверное. Я тоже UFC. Так, ну давайте где. Лиц. Это тоже китаёв. Китаёв за русских. Китаёв за она сюда. Сваливаю. Этого говняного человека как перестаю любить Люси. Ладно, сейчас хочу этот винтов привезу. Не, ребят, это плохое. Нет, ребят, это винтовочка плохая. Подмейка винтовочка плохая. Тут лучше с этой. Китаёв портит всё. Ой! Ребят, кто-то Пози прибил, Пози с нами играет. Ребят, Пози с нами играет! Ребят, Пози с нами играет! Интересно, это настоящий или фейковый путь? И он после этого, после прочки спрашивал этого пути. Стрелял.
перезаряжать, которая... Офигеть, это поздно, ребят. Я, получается, в ролик, наверное, попаду или чё? Не понимаю. Со скином, ребят. Позе, похоже, жить надоело. Где он? А, наверное, он вышел. Наверное, он вышел. Патрон, кстати. Патрон какой-то. Американец. Рик, как надо уничтожать, ребят. Американцев надо уничтожать. Ой, их не отправляйте, ребят. Любой человек. Чего нет? Ребят, она, конечно, лучше, чем моя, разукрашенная. Ну, наверное, да?
со скинами, типа, крутые, да? Не, нифига. А это рука, я честно. Не видел ее ни разу. Пойдем вот тут. Да, чекайте, застреляется. Стрелила. Без скина в поле. Ребят, да. Тоже нужно. Своя рука с дуба. Мало здоровья, без скина тоже можно. Отлично. Правда, без скина некрасиво. А что же там поделать-то? Зато отлично стреляется. Хочу буздить 16 секунд. Я на монтаже посмотрю, что другие телефоны написали комментарии. Фейк, не фейк, этот позже посмотрел, что он ответил. 6 человек, это результат. Ребят, посмотрим, сколько мы там коинов заработаем. Сегодняшний ролик. Так, давайте русские 50 коинов. Так. Мои запросы. Так, ну давайте немножко отменить запрос. Все, теперь комментарий от меня. Террористы. Давайте, наверное, эту шлю продадим. Видите, красиво. На рынке давайте. Продать за... Давайте хотя бы за 4. Все. Я надеюсь, понравился этот ролик. Поставили лайк, подписались. Всем пока.